Поездка на дачу для компании молодых людей закончилась гибелью. Три человека сгорели в огне. Пожар вспыхнул рано утром. К приезду спасателей в доме, охваченном огнем, обвалилась крыша. Сейчас на месте работают эксперты, уже установлены личности погибших. Это два молодых человека из Витебска, им было по 19 лет, и один из них сын хозяев постройки. И 18-летняя девушка родом из Браслова, она училась на втором курсе аграрного колледжа в Витебском районе. Известно, что в доме, который находился в деревне в 10 километрах от областного центра, долгое время никто не жил, он использовался исключительно как дача. Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения трех трупов в результате пожара, произошедшего в деревне Куковячино Витебского района. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины возгорания, назначенные судебно-медицинские экспертизы. Следователи рассматривают несколько версий возникновения огня: курение в постели, неисправность печи или электропроводки. Только в Витебской области за минувшие сутки произошло 5 пожаров. Всего в стране с начала года в огне погибли почти 500 человек. Пик возгорания, отмечают эксперты, ежегодно приходится на осенне-зимний период.